Век приняли Иисуса Христа как своего Господа и Спасителя. Господа и Спасителя. Да, много человек получили крещение Духом Святым. И слава Богу. Ну, вы видели у нас увеличение группы сразу же, да? Прославление Тунисе увеличи, виднага. Кто еще хочет? Давайте, давайте. Без деталей. Без деталей? Мне очень, ну вообще я давно хотела, потому что когда был первый трездец болгарский, мой муж вернулся с таким огнем в глазах, просто другим человеком, и я сказала, я тоже так хочу, и я ждала этот трездец три года, да. Вот, и, ну, огромная благодарность, конечно, мужу моему, потому что он полностью взял на себя Пашу. Я ничего не делала. Глядаши Павел, ас ничто не правих. Я ничего не делала, ни спать не укладывала, ни кормила, ничего. И еще отдала свой телефон ему. И всегда дох телефону на него. Бизнес тоже не думала ни о чем, полностью погрузилась. И вот благодаря этому я вообще, наверное, получила по полной программе благословение. По полной программе два благословения. Да, и было очень много, конечно, откровений от Бога. Еще много откровений. В последнем, я вот уже свидетельствовала там, что много было сомнений в последнее время по разным вопросам. Конечно, я понимаю, откуда. Разберем от колеса. Потому что реже стала читать Библию. Порядку започнала читать Библию. И там часто об этом говорили. И там много часто говориха за това. Что очень важно, ну, мы же это и так знаем, конечно. Вот, но я там получила для себя понимание, как мне от этих сомнений там избавляться. Там получих разбирали, как да примахнут эти сомнения. Наполнилась такой любовью. Наполнихся со много любовь. Мы когда вернулись... Куда-то прибрахме. Паша нам такую истерику устроил. Павел, а мы с мужем истерика, такие, и как на облаках летаем вообще. Ни злости, ни там раздражения, ничего. Я думаю, Господи, вот бы так всегда. И такой наглядный был, такой прям наглядный мне Господь показал. И просто Господь мне пример, показал. Ну, не пример. Таков пример. Значит, там была такая ситуация, когда мы от свечки Иисуса Христа зажигали. Нельзя рассказывать. Говори, говори. Говорите, говорите. Ну да. Ну ладно.